Так, запись идет, да, все. Так, телепутики, я сейчас буду делать окрошку. Ну, каждый по-своему делает окрошку. Я когда с квасом, когда водой и лимонку. Вода, лимонка, сметана и майонез. Я готовлю для себя. Я люблю. Сегодня буду с квасом. Но я заправлять не буду. Заправлять. Я, может, как салат поем с майонезом. Правильно? Майонез тоже вкусный. Вот. Поем я с майонезом. Когда крошечки? Короче, я подготовила. Картошки сварила много. Это сколько полагается, я сделаю. Остальное остынет, я уберу в холодильник, разжарю с чем-нибудь. Вот картошки сделала, сварила, остывает. Колбаса. Я все в Лёшкином магазине взяла. Мне нравится там брать, там все свежее. Сегодня обратно он привез товарову, все свеженькое. Он каждый день или через день ездит на базу, все свежак. В около общаги, вот Лехин магазин, продавцы нормальные бабы. Вот такую взял. Ну, конечно, я всю ее не использую. Ну, посмотрю поэтому. Потом 6 яиц уже очистила. Огурец один и зелень здесь. Зелень у меня лук и как его называют-то? Укроп. А что еще-то? Все. Ну все, это для окрошки. Сметану, майонез не буду, я не буду добавлять. Вот это вот у меня штука. Я купила, вам показывала в Озоне. Я ей пользуюсь. Только этой функцией пользуюсь. Остальное я все убрала. Она мне не нужна, та функция. Зачем? Я только вот этой мелкой пользуюсь. Сейчас я в первую очередь огурец на терке сделаю. Терку надо менять тоже. Вот в эту кастрюлю, ребятки, мои зайки. Сейчас я... На терочке. Да, мне не жирное. Хватит жить как попало. Будем как придется. Я для себя готовлю. Ну, знаете, ребят, живу одна. Была бы у меня семья, конечно, бы и пекла там, и банки бы закрывала. Ну, у меня семьи сейчас нету. Зачем мне закрывать что-то? Правильно, телепузики? Один огурец мне хватит. Вот. Вот такая окрошка. Ну, как добавлять буду я окрошку. Когда салат поем. Борщ есть у меня. Вы сами знаете, я всегда делаю много всего. Ой, ну, холодильник отовариваю. Жопой не будем. Стряхнем. Вон там тоже. Тоже. Я уже и окрошку сейчас сделаю второй раз уже. Был как-то мороз. Я увидела у этой, у Ольги с Ростова. Она окрошку зимой делает. Она часто делает окрошку. Ну и я захотела.
И я захотела тоже. Ну да, она делает. Сейчас я покажу. Вот один огурец. А мне запись-то идет, идет. Вот один огурец потерный. Да, и шо? И шо? Открываем крышку. Я буду и на мелкой делать все, на крупной нет. И я здесь тоже делаю все. Девки, ни руки, ничего не надо. Я все покрошила и все. Крупный тоже делала я. Винегрет вроде. Ну, это давно было. Раз. Раз. И все. Очень хорошо. У меня вот эти вот здесь чищу. Это у меня, я купила щетку зубную подешевле. И ей чищу, когда мыть начинаю уже после салата. И все. Картошки я сварила много, ну пускай останется у меня. Я до корочки как вот с лучком, как в деревню помню. Бабуля моя полотняновская круглую отварит с лучком, сало. Сала нет у меня, ну можно купить, ну ладно, ничего. И без сала можно, правильно, ребят? Луком, с луком, ой, как вкусно. Конечно, бы с салом было бы вкусней. Ну ладно, мы обойдемся. Как говорится, нежели богато, и нечего не начинать. Правильно, ребят? Вот так. Так, яйца сейчас еще раз. Яйца раз. У меня уже готово все. Быстро, девки. У меня все готово уже. Вот, с этой штукой так хорошо. Мне так нравится, ребят. Раз. Раз. Зачем руки пачкать ножом? Правда? И все. Беру вот так, открываю я. Так, а это ложки-то нету, я не взяла. Не взяла. Вот так беру я и пересыпаю. Уже видите, все готовое. Быстро все. Все быстро. Колбаски, зелени. И у меня готовый объект. Сейчас я посмотрю. Картошки хватит. И все, ребятки. Сейчас колбаски и зелени. И все. Картошка — это второй хлеб. Гляньте. Все, накрошила. Чики-пуки. Вы что думаете? Так, одеваем обратно. Раз. Можно еще картошечки. Ничего страшного. Сыто будет. Правильно, ребят? Когда картошечка сытно будет. Редиски не было. Ну что теперь? Что было в магазине, то взяла. Правильно?
Так, теперь колбаску мы режем. Колбаска. Я люблю колбасу с жиром, ребят. С жиром люблю колбасу. Ножи у меня, конечно, как без мужика, плохо, ребят. Ножи это, конечно. Боже упаси. Во у меня. Вот так берем колбасу, сейчас нарежу. Вот такими дольками и туда. И все, сейчас посмотрю, сколько это колбасы надо. Побольше, чтобы было. Не надо для себя жалеть. Я никогда не жалею для себя. Ну а шо, хватит жить как попало. Для себя не жалейте. Я не жалею. Для себя. Что жалею? Правильно, ребят? Правильно, мои телепузики? А? Вот так. Ну что, погнали. Картошки много осталось. Ну, это холодильник, контейнер. В контейнер. У меня контейнеров много. Я брала пищевые контейнеры. Какой холодец. Холодец сделала. Раз. Так. Посмотрим, колбасы сейчас размешаю, нарежу зелени, все помешаю, и будет вкусненько. Вы что думаете, ребят? Я только матом ругаюсь? О, это я матом просто для контента. А я очень святая. Так. Порядочная. А шо, мне не жирно. Мне не жирно. Вот, видите? Это остатки сейчас мы ложки. А потом мыть буду я. Вымою быстро. Щеткой зубной. Раз, раз, раз. Сейчас посмотрим. Видите кубики? Я это, кто-то любит крупными кубиками. Не, я мелкий беру, а там крупный. Я как-то делала крупный, все равно хватит. Хватит колбасы и картошки хватит. Колбасы хватит. Все хватит. Гляньте, какой получилось. Сейчас зелень брошу. И все. Колбасы хватит. Картошки хватит. Все хватит. Ольга Валерьевна, не переживай. Все это мыть. Вот так вот, вот. Колбасы хватит, ребят. Это мыть все. Это все. Так, теперь сейчас зелени будем. Вот. Это у меня две штуки такие, ребят. Мне очень нравится. Одна зеленая.
Я люблю вот это вот. Так. Зелени мы сейчас вот так. 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 Все вот так. Все мяготь мы. Все мягенькое, чтобы было. Зачем нам эти палки нужны? Правильно? Телепузики. Нам не нужны они. Правильно? Правильно, телепузики? Мы все как культурно. Ну и что? Что я в общаге живу? А что, в общаге не люди? Я люди. Остальные не знаю. Вы что думаете? Я люди. Степан! Что-то этих нету. Я покричала бы, Степан. Нарочно бы. Вот сегодня кричала, они остановились, смотрят. Не поймут, где кричат. А я же в окно кричала, Степан. Вот так вот. Вот. Моя. Ну, она как салатом могу поесть, с майонезом, со сметаной. Ну, сметаны я не люблю есть такие. Со сметаной можно с песочком. Да, ребятки мои зайки, мои телепузики, мои сахарные заводы. Видите, все. Это все это укроп в этом магазине взяла около общаги. Ту-ту-ту. Он там привез столько много, я не знаю чего. Ой, что-то у меня так голова разболелась. Очень много привез, не знаю что. Молодец. Людям не ходить, пенсионерам никуда. Правильно, ребят? Тоже не хочется идти такую даль. Правильно, ребят? Тоже не хочется идти. Раз. Я все по-деревенски. Я не знаю, кто как. Я все чики-пуки. Кто как ест, все по-деревенски я. В рестораны сейчас не хожу, когда молодые были бы ходили. О, ребят, молодая была я. Знаете, какая красивая. Так, все, погнали, много разговариваешь, Ольга Валерьевна. Это ножик хороший. Я 2 ножа хороших купила. Надо еще купить.
Ой, надо, знаете, что мне, ребят, мясорубку купить. И эти, смотрю, в Калуге продавались эти, как их называют, господи, колбасу делать. Фарш-то купить, прокрутить и делать колбасу для себя. Да, и легко делать. Эти продаются, как называют-то, господи, не пленка, а как их? Господи, как их? Они продаются и в магазинах. Все, это я сейчас буду мыть. Колбасу в холодильник, все упакую. Солить не буду, ребят, только в тарелку. Ой, колбасы не знаю. Не, хватит колбасы. Колбасы хватит. Это я сейчас в холодильник уберу, ребят. Сейчас перемою все и потом налью себе. И все уберу, перемою. И буду окрошку поем. Ольга Валентиновна, жирная? Нет, мне не жирная. Еда – это чудо. Хватит жить, как попало. Будем, как придется. Солить не буду. Сейчас уберу я в холодильник. Ну вот, ребят, видите, сколько у меня получилось. Я не жадная. Приходите, угощу. Вот она. Туда я не буду ни соль, ни... Ничего не буду туда, я буду в тарелку, буду делать в тарелку, ребят. Ничего не буду. Так, а сейчас холодильник уберу. Ну, а за сколько я? Может, я захочу так поесть майонезом, правильно, ребятки, мои зайки? Ну, давайте, все. Давайте, до встречи в эфире вечером.